Всем доброе утро. Сегодня у нас 14 сентября. Сейчас вот нам надо сходить, точнее я схожу в сторону кафе. Надо позавтракать, попить кофе. Нику сейчас выгуляю. Погода хорошая, теплая. Поспали, ну сколько поспалось. Легли около 3, наверное. Сейчас время 9 час. Позавтракали. Никушка съела утреннюю котлетку. Едем до Петропавловска. Сейчас нужно приобрести сим-карту и обменять денежки. Запустил навигатор Maps.me. В принципе, показывает салон связи. Карту я заранее скачал. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Еду по Maps.me, но пока не понял, как там отображать камеры или скорость. То есть, возможно, нужен интернет. Сейчас надо первым делом симку взять. Во-первых, со своими связаться, и во-вторых, без интернета, ну как без рук, даже не посмотреть, что где, не связаться с родными. Так что катимся. Еду за фурой, потому что не знаю скоростных ограничений. Так мне удобнее, я просто качусь за ней на круиз-контроле и все. Так, подъезжаем мы к городу Петропавл. Как написано было на стеле, но он же Петропавловск. У нас река Есил было написано. Въезд в город. Впереди высотки строятся. Слева здесь вот у нас церквушка какая-то. Сносится одноэтажная старая застройка. Нарядные рыженькие домики такие. Впереди мечеть видна красивая. Тут сейчас главное мне где-то поворот не пропустить свой. Так, квестик начинается. Зашел в торговый центр для приобретения симки, но принимают только, получается, наличку. А для того, чтобы обменять наличку, нужно в банк. А как найти банк? У меня нет интернета. Сейчас вроде парень Теле2 подсказал, где рядышком здесь. Сейчас схожу, поменяю и пойду обратно регистрироваться. То есть возьму карточку Теле2. Вон большой центр Рахмет. Сейчас нужно обменять денежки. Так, ну вот там большой такой налик банк, но мне вот сюда надо будет в первое здание, центр кредит. Так, все, 5 минут, и я обменял, но для этого потребовался заграничный паспорт. Просто российского было недостаточно, нужен загран. Курс 4,73 к одному, то есть за 15 тысяч рублей я получил 73 тысячи тенге. То есть сейчас как бы наличка есть, можно дальше двигаться. С дороги. До этого я поставил, включил воду, чтобы нагревалась. Хочу сходить в душ, чтобы там негде было. Вчера вечером тоже уже некогда. Хочется чистеньким ехать. Хорошая такая погода, свеженькая. Ну и Ника немножко сейчас походит. Сейчас быстро душ приму и поедем дальше. Никуда не торопимся. Еду 70-80. Отлично вообще. Так, температура воды 40 градусов, бак полный, насос. Открываем краны. Горячая включена, холодная закрыта. Бак, потому что пустой, холодный. Вот,
чистенький, свеженький. Водички потратилось, ну, одно деление получается. То есть бака хватает на 4 принятия душа. Остановились перекусить в таком вот кафе. В принципе, неплохо. Салатик, пюрешечка, компотик, плюшечка. Такие здесь интересные стоят вдоль дорог. Картонные имитации животных, лошади и коровы. То есть вот в России гаишники нарисованы, а здесь лошадки и коровки. Вот между Кокшетау и Щукинском какие-то вот тут горочки на горизонте образовались. Невысокие, но все же. Увидел я в навигаторе озеро. И стало мне интересно посмотреть на него, что такое, что за озеро в горах. Озеро Киши-Шабакты. Едем по автомагистрали от Щучинска до Астаны, нам 240 километров, по-моему. Пачками-пачками идут ситраки, донгфенги, автовозы ведут легковые, везут легковые машинки. Трафик новый из Китая просто поразительный. Очень много в сторону российской границы идет машин китайских. Так, прибыли мы в Астану. Сейчас будет оплата за дорогу. Так, все, разобрался. Сумма высвечивается на мониторе, ты ее оплачиваешь. 2260 тенге получилось за проезд. Так, в общем, подъехали мы к Астане. Заплатили за дорогу 2100. Сейчас поставили еще машину здесь, вот тоже 700 тенге за парковку перед гостиницей. Здесь АЗС-ки, ну и вот там уже все, въезд в город. И завтра будем разбираться, что к чему. Сейчас встаем на ночевочку.